Всем привет, с вами GBJ, и я также продолжаю играть в игру «Времена раздора». И сегодня я решил поиграть в новую карточку, которую нам приготовил Евгений Прокопьев. Он ее выложил все-таки на стенке в группе ВКонтакте. Можете вы там ее найти, но я все равно оставлю ссылку в описании. Так что тоже можете ее скачать и поиграть. А играть сегодня мы будем за... Сами поняли за кого, наверное. Из названия, да? Наивысшее зло. Так. Прочитали, наверное, там описание к самому сценарию. И назовемся GBJ. Ага. Вот нам даются вот такие вот. Ну, вот таких вот персонажей нам дали. И такие вот предметы. Мы сами являемся архиличом. Выглядеть наше построение будет вот так. Думаю, сможем все-таки победить. Ну, скорее всего. Так, этому дадим 2. Некрономикон дадим кому же? Давайте ему дадим. И все. Погнали. Так. А если без него, сколько у него жизни? 20, да? Ну, будет не проблематично. Злой волшебник. Ага. Отряд черных колдунов помогает армии мертвых. Давайте мы пока что уйдем с этой от этой темы. Посмотрим, разведаем, точнее, всю нашу карту. Что же она из собой представляет? Довольно-таки большая. Я тут смотрю. Тень. Некоторым секретом колдовства. Ну хорошо. Выплата по... Мне нравится, что за них не надо выплаты. Что тоже очень, ну, можно сказать, хорошо. Так. Евгений Прокопьев. Ваш преданный слуга, наставник и мастер доброй магии. А, Женя! Ну ты даешь, а. Молодец. Реализовался я как персонажа. А чего добились вы, да? Так, крестьянская шайка. Ну давайте. Ох. Ну мы прям обязаны тут выиграть. Так. По крайней мере, всех вроде защитили. Так, теперь кого же? Ну, давайте викинга. Так. Так. Вот так. Ну, практически все. Остался лишь святой брат, но я хочу подкопить магии. Думаю, что тут реализовано, что мы можем тоже тут пользоваться хоть и нечистью, но этой же магией. Так что мана нам пригодится. Ну, хоть и в малейших таких вот количествах, но все же. Так, ну давайте посмотрим. А, тут же нельзя, забыл. Их надо... Хотя нет. Вот, святилище же, да-да-да. Совсем уж давно не играл, забыл. Извиняюсь за это. Так. Ну да, можно. Как раз их можно использовать. Так что это у нас не ограничено. Так, давайте посмотрим, что это за рыцарь такой. Ох. Первый отряд ополчения создан для борьбы с армией мертвых. Все, нам капец, да? Ну не, я не буду пока сдаваться. Святые четки. Давайте. Не знаю, кому можем даже дать их. Понятно. Ладно, чуть тогда попозже возьмем для этого. Можно взять еще лучников. Хотя мы же нечисть. Или это не... Ну, ладно. Самое главное мы поняли. А вот, смотрите, тут развалины башни есть. Наверное, отсюда во вход. Угу, понял. Ой, как тут все запущено. Посланник смерти. Неуязвимость.
Ну, все. Твое последнее слово, посланник смерти. 6-го уровня, причем нифига себе. Ну, он мне ничего не дал, но ладно. Так мне и надо, да? Кстати, что это за... Это купец, да? А нет, адмирал Маркл фон Риверил. Реверил. Простите, не так прочитал. Так. Ну, чё? Ну, ты здесь точно не с Богом. Так. Ну, тут как? 41, 41 не получится. Будет все, он все равно останется жив. Плюс он упадет раньше нас, да? Так что ладно. Хотя бы минимизируем урон. Так. Здесь прям здесь прибавим. Ну и себе дадим. 43. Надо было с... Это... Вот да, с этого надо было и начинать-то. Чародейка. Чародейку убьем и убьем этого. Тут-то вы будете бессильны. Так. Вот и все, собственно. Магия 140. Деньги. А тут еще есть. А, блин. Нужно Носферату полечить. Блин, может без него справимся? Посмотрим. Да, без него справимся. Так, 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 так. Все нормально. Так, угу. Так, так. А, ну тут началось. Началось, собственно. Так. Ну, все. Все-таки победили. Хотя, блин, думаю, зачем побеждать своих же союзников, вот именно. Хотя, ладно. Опыта надо набирать, как бы. Какой у нас там опыт уже? Пока что... Ну да, у них слишком большие такие... ну, слишком большое... Ну, слишком много опыта для достижения уровня надо. Кстати, я думаю, почему меня не бьет молнии? Видимо, это тоже вот он предусмотрелся. Так. Давайте сразу. Микстуры купим. Тролля, тополя. Угу. Так. Не знаю, может они тоже нам что-то полезного дадут. Посмотрим. Угу. Вот это нищенка. Мне так жалко их вот этот нищенок убивать. Но раз они реализованы в игре, что ж поделаешь. Надо, надо. И плюс они еще вот не сдаются, они до последнего сражаются, если их даже одних оставить. В трактире мы ничего не можем выведать. Ох, тут у нас есть город. Небольшой город, располагающийся в широком ущелье между гор на трех холмах. Ну, прям не знаю. Прям так. Хорошо, прям. Все продумано. Так, лечебное зелье купим. Лечебную настойку. Топор конунга. Кинжал. Часы времени. Маги стихии. Сила плюс 15. Инициатива плюс 15, да? Инициатива как... У кого-то самая плохая инициатива. Ну, видимо, у рыцаря смерти, так что дадим ему. Так, потом дальше что у нас тут имеется? У нас имеется тут ворота, которые мы с легкостью сможем, думаю, не думаю, даже точно победить. Давайте стражника убьем. Его легче всего убить. Давайте его. Давайте его. И его, кстати. Практически обездвижили всех, кто мог нам нанести очень большой урон. И что это очень даже хорошо.
будет гораздо меньше потерь. Так. А, видимо, да, гвардеец у него тоже есть длинное оружие. Так. Ну все, то осталось только убить стражника. И финита. Это было легко. Ага. А что это за деревня такая? Надо бы тоже взять. Ну, Женя упоминал, что она очень легкая. Ну, по крайней мере, за нечисть играть гораздо легче, чем за того же самого, ну, героя, который играет на стороне света, а не за не сторону нечисти. Так. Ну, блин, жалко, что я не вижу. Ну, ладно. А, ничего такого. Ну, король. В заброшенном замке, в развалинах замка. Сам король. Это же... Что ж можно такое? Да это честь будет его убить, да? Давайте мародера убьем. Обездвижим короля. Обездвижим вот этих вот красавиц. Они мне очень это напоминают Виолу. Ну, когда она прокачивается до лучницы. Ну, когда ты женишься на Виоле у Трейна. Вот там я хотел вам сказать. Что она прям на нее походит. На лучницу. Так, давайте лучницу убьем все-таки. И короля потом. Ну, все. Король. Пока. Король, иди домой. Королевская корона. Ура. Ура. Можем надеть? Можем. А, это королевская корона. Есть же еще корона императора. Так что не будем путать эти два понятия, да? А, жизнь плюс 20, а у нас там жизни много. А, можно и... А, можно... Давайте рыцарю смерти дадим. У него-то и будет больше коэффициента от этого. Меч. Незрачный вид. Физическая защита. Ну, давайте. Хотя, я думаю, вампиру должен быть пофиг, но... Раз уж такое дело. Егерь Ватсон. Опа. Как раз этот егерь, да? А кого же будет легче всего убить? Давайте его. У него все равно... Так, лишим же его. И лишим, наверное, все-таки его. И его действий. Так, мы этого лучше пометили. Так что, ну ладно. Раз такое дело. Чё? А, он же вспомнил, боевой монах у него есть для этого защита. Иммунитет от магии вспомнил. Термин. Так. Простите, чуть горлышко прихватило. Видимо, из-за мороженого, которое я ел. Ну вот, все. Очень хорошо. Теперь осталось захватить только его замочек. Так. Что же у нас там? Ну вот как раз три действия. И убьют его. Сразу их заблочим. И его. Также всех прокачаем тут. И... Нет, я бы... Давайте лучше его убьем. Этого лучше добьем нашим архиличом. Ну или некромантом. Похоже на некроманта еще старого такого, который был в версии 1.5. Ну и сходство. Так. Если, конечно, не ошибаюсь. Ну, собственно, вот сюда. Так, так, сюда. Ну и сюда. Пожалеем монашку. Пусть она там сообщит всем, что мы пришли и что мы не отступим. Все, у нас появился доход. И теперь мы можем позволить себе взять в свою команду двух живых людей. О, что это такое? А, серебряная шахта.
Ну, может, это квест какой-то будет по нему. Так. О, лейтенант. Это было вообще-то... Это вообще-то моё. О, кстати. Блин, жалко, что... Он очень... Медленно передвигается. Итак. Ну, было глупо с его стороны это делать. Ну, ладно уж. Такой вот он человек. Так. Угу. Ну и его. Ну и все, добиваем наших героев. Так. Кстати, я не понял, что он доход приносит, что ли? А вот все. Ну ладно, давайте дальше пройдемся. Что тут у нас? А тут ничего нету. Опа. Ничего не слышали. Так. Мост, который через... А, через который можно пройти все-таки. Смотрите. И рыцарь Юрген фон Грехил. Ну давайте, думаю. Для нас это будет как раз плюнуть. Ага. Так, сразу убираем лучников и убираем вот того же самого дубинщика. Так, 28. Ну, тремя ходами, думаю, убью. Вот. Сейчас этим действием он уйдет. И... Блин. Ну... А видишь, им лечить нельзя. Хотя, видишь, сколько атак уже. Атака хорошая. Но лечить нельзя, жалко. Живых людей. Так. Ну, и еще замок, а. А там только через... Ага, понятно все. Ну, ладно, давайте тогда сюда. Угу. Ну, двумя этими и одним этим. Его, его и его. А, понятно все. Забыл совсем. Так. Вот. И еще одна. Еще одна. Одно препятствие пало перед нами. Думаю, сможем против него. Видите, он аж убегает. Скорее всего, сможем. Так. 45, да? Давайте. Так, против него. Против него и против нее. Да, можно все-таки. Сразу же даем вот этим всем. И тебе тоже пригодится. Угу. Блин. Ладно. Тебе сразу убиваем, тебя убиваем. Ну, не знаю, тебя ослабляем. Ну, тут уже дело техники. Осталось всего лишь-то разбить их пух и прах. Так, давайте полечим себя, полечим всех. Жалко, нельзя лечить живых, а? Жалко, жалко. Так, его и его. Так. Так, лучше полечимся. Угу. Ну тут... Ух! Нифига себе, какая добыча нам попалась тут. Орлиный глаз. Ага, на кожаной ручке. Ну, в основном старье. Ну, ничего она такое прям не дает сильно. Разве что защита.
не будет у нас страдать. Так, алебардиста. И так, его лишаем, лучника лишаем. Так, это убиваем, этого куцаем и всех потом добиваем. О, слава богу, успела. Молодец, спас свою монашку. Ага, и я думаю, на этом все. В следующей серии вы, наверное, увидите окончание всей этой карты. Ну, а с вами был GBJ. И всем пока.